Всем привет! Сегодня 11 сентября, мы на свадьбе с Сашей и Лизой, и пойдемте посмотрим, как же все сегодня начиналось. Добрый день. Вы на свадьбу? Нет. Вы дедушка? Да, я. Слушайте, так сразу не скажешь. Смотрим. Компромат, все, уже есть компромат. А как вы думаете, вот что сегодня гости будут дарить молодоженам? Сервизы, самовары. Может, постельные принадлежности какие-то? Какие-нибудь скалочки. Что-нибудь такое. Утварь кухонную. Ой, мне все равно. Мне самое главное, что они все пришли на этот юбилей. Ясно. Нет, отлично. Хорошо. Что вы сегодня собирались подарить молодоженам, если так честно? Что-нибудь из мебели. Машинку швейную из Зинтер. Подушки, одеяло, простыни, там, платки красивые вышитые. Одеяло. Постельное белье, наверное. Ну, автомобиль. Ну, тройку лошадей. Баночки какие-нибудь явно с кусками медведя. Какие-то старые вещи. Шаль. Шаль? Наверное. С теплых вещей и добрые слова и пожелания. Следующий вопрос. Какое ваше отношение к молодоженам? Саша, к Лизе? Негативное. Отрицательное. Полностью отрицательное. Негативное. Ужасное. Конечно, отрицательное. 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 Ответит это... Вот конкретно, первый конкретный ответ, слава богу. Хорошие люди? Да, очень хорошие люди. Меня все устраивает. А может быть, вы знаете, как зовут невесту в таком случае? Конечно. И как? Никто не знает? Нет, я не знаю, извините. Не интересовался. Ну, я не знаю. Нет. Зулов. Что? Ольга. Елизавета. Вот, наконец-то вспомнили, слава богу, хоть кто-то. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, все сегодня хорошо одеты, нормально? Какие могут у них одежды быть? Какие-нибудь брюки, что-нибудь сверху. Но не мы, к сожалению, по фэшену. Они крутые на самом деле. Ну, неопрятно просто, да и все. Так в основном все в порядке, да? Я не знаю, я с ними не общался. Даже не знаю, что вам ответить. Ну, пишите двух слов, как они это? В чем родились? Рваная, грязная, порванная. Все старое, все страшное, ну, некрасивое. Сильно модно молодежно. Что нашли, то и одели. Те же люди, просто одеты с мусорки. Вот, понятно. И давайте просто передадим привет Саше и Лизе, скажем, что приятно. Передаю привет вам, Саша и Лиза. Чтоб нормально было у вас, чтоб вы друг друга не обижали, чтоб жили, уважали друг друга. Ура! Счастье, ура! Руками. Ура! Лиза и Саша, поздравляю вас с днем бракосочетания и большой вам привет. Любви, счастья, удачи, взаимопонимания. Мы вас поздравляем, любим. Счастья вам. Всего самого крутого, позитивного, незабываемого, денег, ну и, конечно же, детишек. Лиза и Саша, передаю вам привет. Всего вам хорошего по жизни. А любви самое главное. Привет, мы вас очень любим. Самое главное, будьте счастливы. И любите друг друга. Привет-привет Шурику, Лизочке. Ждем. Приезжайте быстрее, уже никак не... терпения не хватает. Лизонька, Сашенька, привет. Люблю вас. Счастья вам и здоровья. Счастья вам, удачи, любви, побольше вам денежек и деток. Так, ура, громко давайте. Ура! Я вас люблю.